У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. И напротив меня наш постоянный эксперт Сергей Копанев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Здравствуйте. Добрый день. Говорим мы в нашей передаче о ситуациях, которые нежелательно, но все-таки происходят, и даем советы, как быть готовыми к этому, что делать, если... В данном случае сегодня мы поговорим о покупках, если покупка случилась неудачная. Недавно была Черная пятница, впереди еще период покупки новогодних товаров. Будем, часто приобретаем, грубо говоря, бездумно. Нужно что-то, не успели посмотреть, это вот лихорадка вся покупочная происходит, а потом выясняется, что у нас товары некачественный. Что делать в таких ситуациях? Будем разговаривать сегодня об этом с Сергеем. Сразу оговорюсь, что будем брать для примера какие-то дорогостоящие товары относительно, техника, какие-то крупные покупки, шуба для любимой жены, то, за что хотелось бы вернуть деньги, что нельзя, как там какой-нибудь йогурт, просто выбросить в мусор и немножко подавив себе сожаление. Что делать вот в первый момент, когда мы поняли, что эта покупка наша, холодильник или телефон, не работает, допустим, или шуба скроена неправильно? Все очень просто. Значит, если человек уже уверен в наличии недостатков, то есть тот товар, который мы приобрели, оказался некачественным с момента его приобретения, в принципе, необходимо сразу же обратиться к продавцу товара, написав ему заявление или претензию с просьбой либо заменить товар, либо вернуть потраченные на покупку деньги. Угу. От чего зависит замена или возврат денег? Только от нашего желания или есть еще какие-то особенности законодательные? Да, в принципе, нет особенностей. Нет, в данном случае, если товар не может использоваться по его функциональному назначению, то продавец обязан либо заменить товар на такой же аналогичный, либо вернуть деньги. По нашему желанию, что мы предпочли, по да? По нашему желанию, да. И по наличию там второго холодильника или второй шубы, в этом магазине. Именно так. Ведь можно заменить товар не на именно такой же. Можно с доплатой приобрести более дорогостоящий холодильник, если мы пришли к тому, что эта модель и марка нам уже не нравится, и мы ее не хотим, то в данном случае, продавец в любом случае пойдет навстречу покупателю или должен пойти навстречу покупателю и заменить товар на товар надлежащего качества. Вот вы сказали, если нам не нравится, не хотим. В таких случаях, когда нет явного какого-то брака или поломки, тоже есть вариант обмена или возврата. Есть вариант обмена и возврата купленного товара в течение 14 дней с момента его приобретения. То есть нам, грубо говоря, не понравился цвет, не подошел размер или форма. Просто не понравилось то, что мы приобрели. Вот в течение 14 дней мы можем обратиться к продавцу и, обосновав, возврат покупки, вернуть за нее деньги. Угу. Наличие чека нас каким-то образом ограничивает? То есть отсутствие его? Нет, совершенно не ограничивает. Единственное, каким-то образом подтвердить приобретение товара все-таки придется. Закон не говорит, что мы обязаны хранить товарный чек, кассовый чек или что-то еще. Но, тем не менее, продавец, когда говорит, что гарантийный срок у нас распространяется на данный товар в течение 1 года, просьба сохранять кассовый или товарный чек. Есть такие условия, и зачастую это подтверждение приобретения товара. То есть я могу купить там телефон в одном магазине, через какое-то время прийти в другой магазин и сказать продавцу, что я у вас приобрел телефон, он некачественный, хочу его вернуть. Чем подтвердить?
его приобретения, ну, только документами на приобретение, кассовый или товарный чек. Важно ли наличие упаковки? Нет. Наличие упаковки абсолютно не обязательно в данном случае. То есть необходим, эти коробки, да, необходим, не нужно хранить, нет, годами. Необходимо предоставить, да, сам по себе товар и вот документ, подтверждающий его приобретение. По вашей практике, с чем чаще всего бывают проблемы, с чем обращаются люди? С какими товарами вот нужно там какие-то доказательства, да, раз вы занимаетесь экспертной оценкой, экспертизой? Да все что угодно, начиная обувь, одежда и заканчивая бытовой техникой, крупной бытовой техникой. Очень часто обращаются с предметами обуви, ботинки, сапоги, а что с ними даже не детские так? Сандали. Чаще всего бывает. Чаще всего, значит, люди обращают внимание на появление каких-либо дефектов или повреждений, возникающих в результате уже носки изделий, угу, приобретенных. В данном случае эксперту, ну, необходимо определить, во-первых, наличие дефекта, либо его отсутствие, ну и обязательно определить или классифицировать данный дефект как производственный, либо эксплуатационный. То есть на какой стадии он появился? На стадии производства при его изготовлении, либо на стадии эксплуатации изделия. Потому что классификация дефекта в данном случае очень важна для возможности вернуть его и получить обратно потраченные деньги, либо заменить на товар надлежащего качества. Зачастую ведь бывает, когда мы приобретаем товар, мы, по сути, его еще не изучили, не обсмотрели, не увидели, угу, то, что он имеет какие-то дефекты, либо не имеет каких-то дефектов, мы этого не знаем. При начале эксплуатации, через какой-то период времени, мы начинаем замечать, вот здесь вот на обуви разошелся шов, отклеилась подошва, там одна нога у нас идет прямо, а вторая, как-то не очень. Угу. А битые пиксели в телевизоре тоже не сразу замечаем, наверное. Битые пиксели в телевизоре, в телефоне в том числе, тоже замечаем не сразу, потому что мы приобретаем товар с закрытыми глазами. Мы его хотим, мы его видим, но мы не видим, какой он. Угу. То есть, если мы его досконально не исследовали в момент покупки, у нас все-таки есть возможность предъявить продавцу потом какие-то претензии, безусловно, если он некачественный. Безусловно, да. А если мы обращаемся за экспертизой, чаще всего, значит, уже что произошло? Нам отказали в возврате в магазине, или это иногда бывает дополнительным аргументом для того, чтобы обратиться к продавцу? Как вот происходит процесс? В большинстве случаев, да, все обращения происходят уже после того, как человек обратился к продавцу. То есть, мы все понимаем, что если мы купили некачественный товар, то надо сходить и вернуть его обратно. Вот пришли в магазин, попытались его вернуть и получили отказ. Значит, в магазине говорят, что это вы виноваты, мы вам ничего не отдадим. Угу. И в данном случае, значит, человек просто вынужден обращаться к экспертам и определять, во-первых, наличие недостатков, во-вторых, их причину возникновения. По его вине образовался недостаток, либо нет. Часто бывает такое, что да, действительно, есть случаи, когда недостатки образовались по причине нарушения правил эксплуатации тех или иных изделий, той же обуви или одежды, или бытовой техники. И тогда уже никаких шансов на возврат. Конечно, если человек виноват сам в том, что он испортил то, что хотел носить, либо смотреть, либо пользоваться, понятно, что в данном случае никто другой за него ответственность нести не должен. Но попытки, видимо, все-таки бывают, да? Попытки, потребительский попытки экстремизм бывают, у нас процветает. Да, попытки ведь бывают. Потребитель такие всегда прав. Бывает, обращаются. Считается. И продавцы за экспертизой, потому как у них возникают сомнения в том, что дефект товара, возвращенного,
он действительно производственный, и у нас немало таких случаев, когда действительно они оказывались правы. Угу. То есть к вам приходит и та сторона, и другая, и продающая, и потребляющая. Да, да, обращаются обе стороны. Мы никому не отказываем. Как проходит экспертиза? Долго ли длится? Вот, хочется же всегда поскорее все эти процедуры закончить и начать пользоваться тем предметом, который ты приобрел. Экспертиза промышленных товаров у нас проходит, ну, в сроки от 3 до 10 дней обычно. В особо сложных случаях, которых было, наверное, на моей практике раза 2 или 3, экспертиза длилась около месяца. А что такое особо сложный случай? Особо сложные случаи — это когда недостаток выявить не удается какими-то общепринятыми методиками, скажем так, или диагностикой. То есть вот есть плавающий недостаток. У бытовой техники зачастую это случается, там телевизоры, телефоны, какие-то особо сложные устройства, у которых недостаток проявляется не всегда, не постоянно, а через какие-то промежутки времени. И поэтому его выявление, ну, представляет достаточную сложность. Вот в таких случаях, да, экспертизы бывают длятся достаточно долго. Обычно от 3 до 10 дней. А обычно, да, от 3 до 10 дней. А, и дальше каким образом вы поступаете? Мы выдаем заключение эксперта о наличии либо отсутствии недостатка, о причине его образования, эксплуатационное либо производственное, об устранимости или существенности недостатка, ну, в тех случаях, когда это необходимо. Значит, с данным заключением человек может обратиться, опять же, в магазин, предъявив его как доказательство, и часто это срабатывает, то есть возврат происходит еще на этом этапе. Либо, если продавец не идет навстречу, то покупатель может обратиться в суд и уже там решать свою проблему. А вот бывают ситуации, когда магазин забирает у нас товар, ну, спорный, скажем так, и отсылает куда-то на свою экспертизу. А можем ли мы тут каким-то образом попробовать с ними договориться, чтобы он, не знаю, никуда не уходил, или предложить экспертизу со своей стороны, ну, правда, осознавая, что это, наверное, будет за деньги, да? Договориться в любом случае. Потому можно что с мы же не очень что... доверяем продавцу, да? Ну, у продавцов часто есть проверка качества товара, как бы своя, есть свои сервисные центры у достаточно крупных продавцов, там, где они производят проверку товара. Зачастую это происходит даже бесплатно. Вот, поэтому, если нет оснований не доверять продавцу, то, в принципе, можно согласиться на проверку качества и продавцом. Если, значит, покупатель желает присутствовать при проверке качества товара, ну, наверное, он должен выразить свое желание в какой-то письменной форме, написав заявление, чтобы его пригласили, когда будет происходить проверка. А если мы договариваемся на экспертизу вот в нашей компании, допустим, да, которую мы предлагаем, мы понимаем, что это какие-то издержки, то, наверное, нужно быть, ну, практически уверенным в том, что в итоге мы в разбирательствах с продавцом победим, да, и переложим эти траты на него. Ну, нужно быть уверенным в своей правоте. То есть если покупатель уверен в том, что он не по своей вине повредил тот или иной товар, то, в принципе, я думаю, что проблем-то никаких быть не должно. Угу. Продавец вернет деньги за проведенную экспертизу либо в добровольном порядке, либо в судебном. О каких суммах может быть речь при экспертизе товаров? Да, от чего это зависит? О любых суммах может идти речь, потому что обращаются, я еще раз повторю, что вот там и с детскими сандалиями, которые стоят 700 000 рублей, и обращаются с дорогостоящей бытовой техникой, стоимость которой там превышает и 50, и 70, и 100 000 рублей. А стоимость экспертизы? А стоимость экспертизы зависит от сложности проведения экспертизы, от времени, потраченного на нее, и составляет ну, по обуви, значит, от 1500 рублей
И по бытовой технике, вот самая дорогая экспертиза, которая у нас была, это около 30 тысяч рублей. Угу. А чаще всего какие недостатки бывают со стороны производителей? Может быть, мы можем сейчас подсказать кировчанам, на что обращать внимание, если там, допустим, речь о технике, об обуви и о шубе? Мы можем не заметить эти недостатки при приобретении товара, потому что они не очевидны, они проявятся только в начале эксплуатации, могут даже не в начале эксплуатации, а через полгода, через срок, который уже приближается к сроку окончания гарантийного периода. Мы их можем просто не заметить, поэтому осматриваем внешне, чтобы не было механических повреждений. В первую очередь одежду, обувь смотрим на то, чтобы были ровные швы, чтобы не было никаких повреждений, чтобы пара обуви не отличалась друг от друга. Бывает такое, что один ботинок, у нас нормальный, а второй рядом ставим, и он либо чуть большего размера, либо он, сразу видно, что криво пошит. Угу, часто бывает, мы померили один, и хочется забрать второй и бежать уже скорее без дополнительных примерок. Поэтому примерку лучше проводить, конечно, если обувь, то мерить. Угу. А с бытовой техникой какие манипуляции лучше всего произвести, чтобы максимально защитить себя? С бытовой техникой нам продавец ее проверяет при приобретении, собственно говоря, на работоспособность. И мы, когда берем, опять же, должны проверить целостность, отсутствие механических повреждений, и отсутствие каких-то визуально видимых эффектов. Угу. Больше нам при приобретении ничего не проверить. Давайте какой-нибудь кейс из вашей практики о счастливом завершении спора с продавцом, а не о покупке товара или его замене. Вспомним. Завершение. Что-то из последнего или наиболее интересное, впечатляющее? Что-то из последнего наболевшего. Честно говоря, я лично обратился на прошлой неделе за возвратом, не возвратом, наверное. В общем, приобрел для себя часы. Электронные. Наручные. Да, наручные электронные часы. Не работают. Обнаружил, буквально, наверное, через день. Обратился. То есть они перестали работать? Да, они сразу практически не работали. Как известно, заниматься своими делами нам некогда, и поэтому я обратился за их возвратом только через полгода, по большому-то счету. Обратился в сервисный центр, потому что возвращать их как некачественный товар через 14 дней, чтобы их сразу вернули, заменили, я уже не успел. Обратился через полгода в сервисный центр, отнес часы, через 3 дня получил смс-сообщение о том, что часы готовы к выдаче, можно их забрать, они работают. Приезжаю, в сервисный центр, забираю, проверяем на месте. Дефект никуда не делся. Его не обнаружили. То есть получается, что для вас они не работают, а в сервисном центре они работают? Якобы. То работают, якобы, то не работают. Да, якобы работают. Значит, в этот же день я снова вернул их в сервисный центр. Пришлось побеседовать с экспертом, который производил проверку качества часов. Это была битва экспертов. Продемонстрировать то, что они действительно имеют заявленный недостаток. И на настоящий момент проблема не решена, потому что в пятницу буквально это происходило. Жду звонка. Они снова на повторном исследовании. Они снова на повторном исследовании, да. Если все будет не по-вашему, что вы будете делать дальше? Только поступать в рамках закона. Значит, если дефект не будет, опять же, обнаружен, придется проводить экспертизу.
И с ней уже и снова. С заключением эксперта обращаться, опять же, значит, к продавцу, уже не в сервисный центр, а именно к продавцу за возвратом либо заменой товара. Время наше подходит к концу. Не могу не спросить про покупки в интернете. Продавец получается удаленным от нас. Как здесь взаимодействовать? Принцип действия ничем не отличается от того, если бы мы купили товар в обычном магазине. Единственное, значит, ну, продавец находится далеко от нас. Поэтому либо электронная переписка с продавцом, либо отправляем письма почтовыми отправлениями. Контактировать лучше с продавцом или вот можно еще в пункт выдачи, где мы это взяли, прийти? Как лучше рекомендуете? Да, пункт выдачи по сути своей, наверное, за действия продавца ответственности не несет. Но в данном случае, наверное, нужно смотреть договор пункта выдачи с продавцом, как они взаимодействуют. Но отвечать за товар должен продавец. Ну, лучше, значит, обратиться туда, там, через приложение, через сайт. Говорили сегодня о покупках. Надеемся, что все праздники... что праздники не будут омрачены тем, что там попадутся какие-то некачественные подарки, что Черная пятница для всех прошла по-белому, безоблачно. У нас в студии был Сергей Копынев, руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации. Говорили о том, что делать, если не повезло с шопингом. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.